Да, вы все так долго этого праздника ждали, который является самым распространенным во всем мире, а именно Новый год. В этом году накрывают спокойненько новогодний столик, украшают елку, ждут подарков, пишут письмо Дедушке Морозе и все такое связано с тематикой Нового года. Поэтому никто иной, как всем известный крутой челик, я вас поздравляю вас всех с Новым годом. Желаю, чтобы удача навсегда к вам приклеилась, чтобы ваши родные люди в спокойствии жили и мирного неба. Ну и конечно же и денежек, и семечек. Джина, куда ж без этого? В общем, поздравляю я вас всех с Новым годом и желаю вам хорошего настроения. Удачи!